Поезд «Здоровье» сделал очередную остановку. На этот раз в Ивне. В центральной районной больнице сегодня вели прием врачи детской областной поликлиники. Аллерголог-иммунолог, кардиолог и гастроэнтеролог. Мы подбираем соответствующих пациентов детского возраста, те, которые нуждаются в оказании специализированной помощи амбулаторного этапа, нуждаются в проведении каких-то дополнительных консультаций. Как правило, это те дети, которые из малообеспеченных семей, из достаточно удаленных участка нашего Ульяновского района. На прием к докторам из областного центра записались более 60 маленьких пациентов. Для их родителей поезд здоровья – это не только возможность получения консультации специалиста. Например, нам повезло, мы не едем в Белгород к своему специалисту, а наш специалист приехал к нам. Это большая экономия времени. Это очень здорово на сегодняшний момент. Поезд здоровья продолжает движение по районам области. Следующую остановку он сделает в Валуйках в марте.